Педагоги дошкольного учреждения детского сада номер 9 города Амурска всегда находятся в творческом поиске новых форм и методов. Способствует ли это развитию способностей и интересов у детей с разными возможностями? Вы узнаете из рубрики «Для вас, родители». Одна из основных задач современной педагогики состоит в том, чтобы гармонично развивать личность, способствовать формированию широких интересов. Социализация детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, является актуальной проблемой. Они ограничены в общении со сверстниками, из-за мобильности нарушены связи с миром. Поэтому необходимо заботиться о предоставлении подрастающему поколению самых разнообразных возможностей для реализации раскрытия способностей. На базе нашего дошкольного учреждения в 2014 году была открыта комната-лейкотека. С тех пор дети, которые не могут посещать дошкольные учреждения по состоянию здоровья, с удовольствием приходят на занятия к нам. Здесь дети обучаются, развиваются, а родители имеют возможность получать помощь специалистов. Лейкотека переводится как «хранилище игрушек», которое наполнено различными родостимуляторами. В лейкотеке я организую занятия с детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вы любите мечтать? Да! А вы хотите побывать в королевстве, где живут мечты? Да! Тогда мы сейчас с вами туда отправимся. В современных условиях процесс внедрения инклюзивного образования является инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех без исключения детей, независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, психических и физических возможностей. Основным методом лейкотеки является игра. С помощью интерактивного оборудования, которое находится в лейкотеке, дети учатся взаимодействию с друг другом. Это рисование на стеклянных мольбертах, рисование на песке. Это игры с зеркалами. Допустим, такие игры можно использовать как «Улыбнись, как птичка», «Нахмурься, как тучка». Дети, когда смотрятся в зеркала, они прорабатывают свое эмоциональное состояние. Рисунки на стекле способствуют сплочению детского коллектива. Дети застенчивые и неуверенные в себе, раскрепощаются. Что вы про травку? Травка, рисуем травку. Ну-ка, кому травку рисуем? Солнышко. Вот мы. Ну-ка, нарисуйте солнышко. Солнышко нарисовали. Современное оборудование, которым наполнена лейкотека, позволяет обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение детей не только тех, кто посещает детский сад, но и тех, кто воспитывается в семье. А таким детям требуется специальное коррекционное сопровождение специалистов. С открытием лейкотеки у этих детей появилась возможность находиться в специально созданных условиях, общаться, развиваться. Родители имеют возможность получать консультацию специалистов. Наш детский сад начинается с добра и уважения к детям. Наши педагоги всегда находятся в творческом поиске. И итогом такого поиска стала кружковая деятельность «Добрая радуга». Кружок «Добрая радуга» посещают дети нашего дошкольного учреждения по запросам родителей и педагогов. Занятия, которые проводятся в кружке, помогают родителям наладить психоэмоциональный контакт с детьми. В лейкотеке учат родителей с помощью оборудования различным игровым приемам, которые способствуют сплочению детей и родителей. Возьмем ладошки, звездочки. А как? Сажались. Подошли сюда ко мне скорее. Теперь загадали все желания. Загадали желания. Я загадал. Загадали желания? Да. А теперь она сбудется? Обязательно сбудется. По-настоящему? Да. И подули. Ух ты. О чем я и мечтала. Это что я сбудула? Нет, я мечтала. Теперь все наши с вами мечты. Ребятки, сбудут.